Привет всем, друзья! Мы на канале Айнур Лайф в компании Финика Кэшбэк Сервис. Я уже в предыдущем видео рассказывал вам, как покупал. Еще раз расскажу, еще раз покажу. Вот Кэшбэк Сервис. Сами видите, на этом Кэшбэк Сервисе нахожусь. Вот на депозите 100 цифрон, то есть 100 баксов. Вот, от депозита приходит мне каждый месяц 6%, друзья. 6% приходит, разными долями приходит. Не сразу прям 6 залетает, а разными долями. По кусочкам в течение месяца приходит 6%. Вот это видите счет CBC One. Тут баланс моих чеков, которых я сюда загрузил. Вот видите, зеленым горит зеленая полоска. Тут 100, тут 100. Вот тут я загрузил чеки, и тут они показываются, сколько я загрузил. Я полностью тут дополнил на 100 цифрон. То есть на 100 баксов. Вот. На этом месяце я не могу дальше загрузить чеков. Почему? Потому что депозит не дает. Депозит на 100 баксов, только на 100 цифрон. Если у меня был бы здесь 200 баксов, и сюда тоже мог бы чеки на 200 баксов, на 200 цифрон загрузил бы. От депозита зависит, как вы будете загружать сюда вот чеки. Это понятно, да, друзья? Дальше. Как тут загрузиться цифроны? Я сперва пополнил кошелек, вот, 100 цифронами 17 февраля. Вот, загрузил. Закинул сюда 100 цифронов. Это 100 цифронов на биткоин. Биткоины сюда закидывайте. Ну, сперва зарегистрируйтесь, переходите в верификацию с паспортом. Вот, в настройки переходите после регистрации и проходите паспортные данные. Верификацию. Паспорт держите в одной руке и сами встаете вот так, и кто-то вас фотографирует, ваш паспорт и ваше лицо на 4К фотографии. Вот. И отправляете на верификацию. Вот у меня верификация не пройдена, подтверждено стоит, вот, написано подтверждено. Я верифицирован, и тут можно и наследника оставить, вот, наследство. Если у вас есть дети, я уж холостяк, вот, у меня это будущее, в будущем посмотрим. Вот, если у вас есть дети, кто вот смотрит мои видео, женатики, замужние, вот, вы можете после вот регистрации, после вот, например, вы купили на кэшбэк сервисе на 100 баксов или на или больше, вот у вас сколько в месяц затрат, и столько закидываете. Сейчас я не могу заполнить, жду 1 апреля. 1 апреля тут обновится. Сегодня 29 марта 2021 год, 9:35 московское время. Вот. Если вы хотите оставить наследника, наследство, вот тут пишите ее или его имя, фамилия, отчество, контактный телефон и его или ее e-mail и отправляете на проверку. Таким образом, вы
свой аккаунт, свои финансы можете передавать по наследству. Вот. Перейдем к моему кэшбэк-сервису. Тут у меня, вот если вниз спуститься, все показывает. Вот, счет CBC One, сколько у меня вот приходит от сканированных чеков, сколько вот у меня кэшбэк приходит. 28 марта вчера вот, начислено кэшбэк от чеков 200 сифрон. От депозита, вот этого депозита начисляется процентами. Вот. Сколько будет? Это каждый день начисляется, друзья. Процент по депозиту, начисление кэшбэка, начисление по депозиту каждый день приходит, начисляется. Вот сами видите дату, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 28 и так далее. Сами видите. Я вам вот рассказал, как зарегистрироваться, как пройти верификацию, как вложиться сюда, как купить себе кэшбэк сервис от 100 баксов. Тут стартует цена 100 баксов в биткоинах и до миллиона долларов, до миллиона сафрон. Вот сюда пополняете на депозит, нажимаете пополнить, и когда пополняете, он сразу же не приходит. Приходит через 3-2 суток. Через 3 суток вам зачислится вот, на депозите 100 баксов. Если вы пополнились, например, в пятницу и думаете, в воскресенье придет, то вы ошибаетесь, друзья. Тут депозит приходит в рабочие дни. Выходные не приходит. Выходные не считается. 3 рабочих дня. Если вы пополнились в понедельник, вот, понедельник, вторник, среда. Вот. Я вот пополнился в пятницу, и мне пришлось ждать больше. Не третий, а побольше. Вот. Подождал, пришел, вот. Начисления идут. В следующем месяце, в апреле, я еще начну. Тут тоже, вот тут, чеки сканировать. Как тут чеки добавлять? Вот кнопка, нажимаете добавить, выбираете дату. Вот. Сегодня вы купили товар, или вчера купили вы товар, или позавчера купили вы товар. Вот. Выбираете по датам. Вот. Вчерашний можно, позавчерашний можно. Тут загрузить чеки. И сумму пишите вашу от покупок с чека. Выбирайте страну вашу, где вы проживаете. Я в России живу. Россию выберу. Флажок выберу российский. И прикрепляйте фото. Сначала, если у вас в компьютере нету чеков, сначала надо на телефон сфоткать чек. И через кабельный, USB кабельный закинуть на компьютер, и потом только вот с компьютера открывайте кнопку и фотографию выбирайте чека, который вам нужно, и добавить. И система сама добавит вот тут чеки ваши, начислит вам кэшбэк. Ну все, друзья, на сегодня все. Всем пока.